У нас в районе появилась новая автомойка, самообслуживание. Мы еще ни разу не пользовались, приехали изучить, как это все здесь работает. И видите, как здесь все активно используется. Даже очередь из автомобилей уже стоит на мойку. Эта автомойка называется Smart Wash. Умная мойка. Вот здесь есть перечень всех работ, которые можно сделать со своим автомобилем. Вот предварительная мойка, основная мойка, ополаскивание, горячий воск, блеск и сушка. Полностью дана инструкция, как пользоваться этой автомойкой, чтобы все правильно сделать. И также есть предостережение, чего нельзя делать. Здесь, наверное, дешевле, поэтому такая активность. Сразу от мойки находится недалеко и заправка, что очень даже удобно. Назову вам цену бензина, если плохо видно. 95 стоит евро 699 за литр. Дизель стоит евро 499 за литр. Цена 98 бензина не указана. Может быть, нет в продаже, не могу сказать. Культурная черника. Испания 13,90 за килограмм. Черешня. Сербия 4,90. Черешня, конечно, портится прямо на глазах. Ну, а клубника по 2,90, пока что греческая в продаже. Ближайшая от дома аптека. Нужно выкупить свои рецептурные лекарства. Здесь также ручная кладь продается. Все вместе. Я один раз приложился. Песику жарко, бедняжка. Все, лег замертво. Сначала катался по траве, теперь лег, успокоился. Хотя у нас не очень жарко. Июньской жары-то у нас нету. Ветер прохладный, ночи холодные. Но собачка, она вся в шерсти одета. Так что ей, конечно, жарко, наверное. А может быть, просто хочется что-то песику натурального, поваляться в травке или искупаться в речке, наверное, с удовольствием. Люди бы тоже сейчас не отказались покупаться в море, но, увы и ах. Наслаждение и полное доверие хозяйке. Отдохнул и пошел, повиливая хвостиком в сторону дома.
А вот и она, моя сегодняшняя волшебная таблетка. Вернее, даже целая упаковка с волшебными таблетками. Этой упаковки мне должно хватить на 2 месяца. И вот такая сопроводительная портянка на сумму 47,79. Вот так и живем, не ждем тишины.